приглашаю исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игоря Михайловича Руденю и скульптора, президента Российской Академии Художеств, народного художника СССР Зураба Константиновича Церетели. Прошу вас пройти к памятнику. Обязательно хотел сказать, что все здесь присутствующие, я думаю, что все здесь присутствующие с большой радостью поздравят вас в нашем лице с днем день рождения. И хотел самое главное сказать, что для нас каждый ваш день рождения — это праздник. Итак, мы приглашаем на открытие памятника. Прямо сейчас состоится этот волшебный момент. Зураб Константинович, я прошу вас также пройти с Игорем Михайловичем. Памятник поэтам-шестидесятникам в Твери открыт! Должен вам сказать и признаться, что этот памятник родился после того, как я написал стихи. Я сейчас их вам прочту. Я написал стихи, посвященные моим пятерым друзьям, великим поэтам. Это Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Кардейский, Булат Акуджава. Потом уже Зураб попросил, чтобы там был Владимир Высоцкий. И мы ставили Владимира Высоцкого. Но стихи были посвящены этим пятерым, с которыми я дружил, и которые сделали для нашей культуры и литературы так много. Пять легендарных имен, пять гениальных поэтов. Вышли они из времен Пушкина, Тютчева, Фета. И, породившись судьбой с их поэтической силой, стали самими собой, как и задумано было. Рядом их книги стоят, Белла с Андреем и Роберт, Женя и грустный Булат. Час их бессмертия пробил. Как одиноко теперь Жене, с кем все начинали, возле нежданных потерь, около горькой печали. Пять легендарных имен, пять гениальных поэтов —
вспыхнул вдали небосклон Пушкина, Тютчева, Фета. Настоящий друг, он понимает, что необходимо сейчас. Сейчас необходимо, чтобы поэзию уважали, чтобы к ней возвращались, чтобы она играла в нашей жизни большую, просветительскую, духовную, другую роль, чтобы любовь, которую поэзия всегда воспевала, чтобы людей соединяла, чтобы не разъединялись сейчас народы и люди, как это происходит, к сожалению, в мире, а чтобы наоборот, они воссоединялись. Спасибо. Друзья, предлагаю всем вернуться на свои места. Наш праздник продолжается. У нас еще несколько замечательных моментов, которые мы хотели бы провести вместе с вами. Замечательная певица, красавица, Зара. Она сегодня будет петь. Но это на самом деле не финал сегодняшнего вечера, это только начало. Вот такое знаменательное, потрясающее начало сегодняшнего праздника. Потому что сегодня в Доме поэзии открылась выставка, персональная выставка, выставка Зураба Церетели. А вечером в 19 часов, раз ты где? По-моему, 18.30. 18.30, конечно. Максим, пойдем вернемся на площадку, потому что у нас еще есть несколько важных моментов. Есть миссия, которую мы должны выполнить. Я прононсировал просто. Игорь Михайлович, я вновь приглашаю вас на сцену. У нас, естественно, такой подарок не может остаться без благодарности. Благодарности от всех жителей Твери, но к этой благодарности присоединяется еще одно. Распоряжением губернатора Тверской области за осуществление благотворительной деятельности, направленной на развитие культуры в Тверской области, знаком губернатора Тверской области во благо земли Тверской награждается Церетели Зураб Константинович, президент России. Академии не заканчивается. От вас, для вас, от народного хора «Ельничек» величальная! Ну, давайте. Благодарность от всех жителей Твери, от губернатора, исполняющего обязанности губернатора Тверской области. Как велит обычай, хлеб и соль подносим. Кланяемся низко, полюбить нас просим. Как велит обычай, хлеб и соль подносим. По-старинному русскому обычаю. Хлеб, соль. Это человек, который играет в эту огромную роль в жизни нашего города. Спасибо, приглашаю вас занять свое место.
А у нас есть еще одна замечательная награда для женщин. Вообще, когда открылся Дом поэзии на Тверской земле, у нас часто, когда происходят праздники, звучит слово «легендарный». Нам от этого слова никуда не уйти, и сейчас оно вновь прозвучит. Потому что с нами легендарная женщина, она получает награду за осуществление активной общественной деятельности, участие в работе по патриотическому и нравственному воспитанию граждан. Знаком губернатора Тверской области во благо земли Тверской награждается депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Терешкова Валентина Владимировна. И, по-моему, я еще не заслужила. Спасибо вам огромное. Я думаю, что сегодня каждый, кто присутствует на этом празднике поэзии, на этой удивительной встрече, мы все рады видеть и нашего дорогого Женю Евтушенко. Мы тебя ведь так называли в юности. Днем рождения. Наверное, очень хорошо, что на земле, благословенной, красивой, русской земле Тверской области, такой праздник проходит. Мы, ярославцы, немножко, конечно, вам завидуем, но мы ведь рядом живем. И я думаю, что наше сотрудничество по многим вопросам и во многих областях будет плодотворным. Как господин губернатор, согласны? Да, у нас оказывается одно водохранилище. Он имеет в виду Рыбинское. Спасибо большое. Ну, постараюсь верой и правдой вам служить. Конечно, мы сегодня рады видеть и слышать нашего дорогого Иосифа Давыдовича. Нашего Иосифа, с которым мы дружим, я имею в виду, Центр подготовки космонавтов более 50 лет. Мы просто очень старые. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Приглашаю вас за ней представлю в приземном зале. Наш праздник продолжается. А сейчас.